Кругов нигде нет. Нет, нет. Вы знаете, все, кто заводит экзотику, даже не удосушившись прочитать книги, не интернет, изучение оператора. Понять, с кем вы будете иметь дело. Вот во время съемки. Домашние лисы, группа домашних лис. Вы представляете, лисы дома? Всегда воняющая лиса, везде копающая, везде разбирающая. Видите, был домик? Угу. Да, они красивые по шерсти, но это не квартирное животное. Сейчас скажите это, подождите. Да? Если лиза царит, какая-то. Ты мой маленький, да минуту, ты мой маленький, да ты мой маленький. Профилактику надо делать. Да? Так, тихо, сейчас мама подойдет. У нас держат лис, ну, в основном люди, которые знают, что это за животное, им делают. Так, вот скажите, лиси. Что вот это не домашние животные. Не домашние. Покажите прямо, это еще раз. Это лисы. Несмотря на то, что это не природные лисы, вот, выведенные, это фермерские, знаете, для меха выводят. Ну, в общем, породистые лисы у нас в свое время в институте занимались. Это не домашние животные. Не домашние ни в коем случае. Когда пишут продавцы, что лиса не воняет, вранье, наглое вранье, воняют, делают покладки. Например, если он не хочет есть или пить, а есть конкуренты по пище, ну, может быть, собака там или кошка, он обязательно накакает или пописает в еду, которую сейчас есть не будет. Кошка, собака, естественно, это есть не будет, а лиса нормально на помете. Метки всегда будут делать. Это идеология. Они так делают. Они копают, они ломают. Дайте рекомендацию, чтобы брать все равно. Если вы собрались заводить лесу, вот эти, видите, все есть там, тем более заводчик, который хорошо это все держит, вы должны помнить, что этому животному нужен вольер. Где он может свободно бегать, где он будет свои вещи оставлять в вольере, где, да, запах будет, но это будет если не пропавшись про в ваших квартирах. Животных и зверей, чтобы какие рекомендации были? Думать головой или не делать этого вообще? Лучше. Если вы понимаете, что если вы с этим животным рано или поздно не справитесь, оно надоест, не надо смотреть. Хотите посмотреть, какие животные в зоопарке? Все, отлично. Пойдем теперь к нашим клиентам. Пойдем. Это волчата, да? А, это волчата. А что у вас собачки? Это абсолютно вот. Если мы сравним нынешний примат, например, гориллу и высшего примата и мартышку, вот это абсолютно разные вещи. Здесь то же самое. Волки, они семейные. Как и собаки. Социально. Нет. Вот у этих собак. Хотите, я вам отдам любую собаку, и она через полгода будет считать вас хозяином. У них были хозяева. Они живут у нас. Любую собаку можно перехозяйить, да, грубо говоря. Она, а волку вы никогда не станете его семьей. Так же, как я вам не стану семьей. Понимаете? Мы их воспитываем не как собак. Они человеческий комат не понимают. Мы их воспитываем как волков. Мы для них, вот с Сергеем, мы мама и папа, мы волки. Угу. А, говорить там нельзя, фу, бесполезно. Если, например, мне что-то не нравится, я рычу, они понимают рыки. Если начинают настаивать на своем безобразии, я кидаю... Порычите. А сейчас они ничего такого не делают. Ну да, нормально. Нет, просто так и так не делают. Они не поймут, за что мама сердится. Они прямо ваш маму считают? Вы можете зайти к ним, да? Сейчас он к большому волку, пожалуйста. Серёг, под страхой замок.